құрметті солтүстік қазақстандықтар біз тоғыз ай бері карантин режимінде өмір сүріп келеміз бұл кезен еш кімге оңай теген жоқ бәріне түсіністікпен қараған облыс тұрғындарына алғыс айтамын Қатан карантин ұл қажетті шара бір ай бұрын қала жабылып пцр тест болмаса өтуге тыйым салынды өңір тұрғындары уақытша қиындық көрді шектеулер жағдайды толық бақылауға алуға септігін тигізді карантинді күшейту оң нәтиже бергенін атап өткен жөн сондықтан 14 төртінші желтоқсан күні сағат нөл бастап біз облыс орталығындағы карантин режимін әлсіретеміз Петропавлов қаласының маңындағы бекеттер алынады облыс орталығындағы қоғамдық көлік демалыс күндері жұмыс істемек автостанциялар ашылып облыс бойынша автобустар жүре бастайды кітапханалар мұражайлар театрлар діни нысандар қайта ашылады аумағы 500 шаршы метрден асатын сауда орталықтары мен азық түлік емес дүкендер таңғы оннан кешкі 22-ге дейін жұмыс істейді бірақ жексенбі күні жабық болады сауда орталығындағы супермаркеттер 24.00 төрт дейін жұмыс істей алады 500 шаршы метрден аспайтын аз азық түлік сатпайтын дүкендер 8-ден 22 сағатқа дейін ашық тұрады жабық базарлар таңғы 9 тоғыздан кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді жексенбіде жабық болады ашық базарлардың жұмысына шектеу қойылмайды демалыс және мереке күндері сұлулық салондары да клиенттерді қабылдай алады Дамханалар мен мейрамханалардың иелерінің сұрауы бойынша жұмыс уақыты жиырма екі дейін ұзартылады жексенбі күні тек тамақты жеткізумен ғана айналыса алады қонақ үйлер мен туризм нысандары тек 80 процентке толуы керек туристік нысандар жексенбіде жұмыс істемейді фитнес және спорт залдар бассейндер спорттық нысандар балаларға білім беру мекемелері сенбі күні де жұмыс істей алады көп нысандар жексенбі күні жұмыс темейтін болады бұған да себеп бар облыстағы жағдай қалпына келсе ауырғандардың саны одан сайын азайса жексенбілік шектеуді алып тастауды қарастырамыз құрметті ағайын көп шектеулер алынады бірақ вируспен күрес тоқтамайды әр адамның жауапкершілік жауапкершілігін күтеміз бәріміз жеке қауіпсіздікті туралы ойлауымыз керек отбасының аман саулығы бірінші орында бізді алда тәуелсіздік күні мерекесі күтіп тұр жаңа жыл жақындап қалды Мерамдарды үйде отбасымен бірге атап өтуге шақырамын назарларыңызға рахмет уважаемые северо казахстанцы Наш регион уже 9 месяцев живет в режиме карантина. Нам всем приходится нелегко. Мы на время забыли привычный уклад жизни. Но пандемия всех объединила и сплотила. Сейчас вся планета борется с опасным вирусом. Борьба с COVID-19, которую начали мы этой весной, была эффективной. Решающую роль в этом сыграли дисциплина и сознательность наших граждан. Я благодарен жителям нашей области за полное понимание в этот непростой период. Строгий карантин – это вынужденная мера. Продолжается локдаун выходных дней. По периметру города установлены блокпосты. Без ПЦР-теста въезд в город запрещен. Я понимаю, с какими неудобствами столкнулись наши жители. Но это все временные трудности. Надо отметить, что усиление карантина оказало положительный эффект. Мы добились перелома заболеваемости в сторону снижения. При этом, подчеркну, мы не останавливали плановой госпитализации. Что важно? Такая позитивная динамика отмечается на фоне увеличения объемов ПЦР-тестов. Уже протестировано 187 тысяч человек. Это 34% населения нашей области. Выявляем болезнь на ранней стадии, даже если она протекает бессимптомно. Разрывается цепочка передачи инфекции. Пресекаем ее дальнейшее распространение. Немаловажную роль сыграла и наша подготовка. Мы основательно подготовились ко второй волне пандемии. Открылась новая инфекционная больница. Закуплены аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы. Восемь передвижных медицинских комплексов направлены в районы приобрели дополнительно 38 новых реанимобилей. Теперь служба скорой помощи полностью оснащена современными машинами. В больницах и аптеках препаратов достаточно. В целом сейчас мы наблюдаем положительную картину, поэтому, исходя из текущей эпидситуации, ситуации с 00 часов 14 декабря мы существенно ослабим режим карантина в областном центре блокпосты вокруг Петропавловска будут сняты. В выходные дни в Петропавловске будет работать общественный транспорт. Возобновится внутриобластное автобусное сообщение. Вновь откроются библиотеки, музеи и театры. Религиозные объекты смогут работать без проведения коллективных обрядов. Торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины площадью более 500 квадратных метров будут работать с 10 утра до 22 часов, но с приостановкой деятельности в воскресенье. Продуктовым магазинам продлеваем работу до 24 часов, в том числе и супермаркетам при торговых центрах. График работы непродовольственных магазинов менее 500 квадратных метров с 8 до 22 часов. Режим работы крытых рынков с 9 до 20 часов. В воскресенье крытые рынки будут закрыты. Рынки на открытом воздухе могут работать без ограничений. Режим локдауна в выходные и праздничные дни снимается с салонов красоты. К нам поступали пожелания от ресторанного бизнеса по продлению работы. Поэтому, учитывая текущую эпид-ситуацию, увеличиваем время работы объектов общественного питания до 22 часов. Но в воскресенье кафе и рестораны должны работать только на вынос и доставку еды. Гостиницы и объекты туризма должны быть заполнены на 80%. При этом туристические объекты не будут работать в воскресенье. Фитнес, тренажерные залы, бассейны, спортивные объекты, детские, образовательные учреждения смогут работать и в субботу. Как вы видите... Некоторые объекты не будут работать в воскресный день. На это есть свои причины. Когда ситуация в регионе полностью стабилизируется и снижение количества заболевших продолжится, мы рассмотрим вариант снятия воскресного ограничения. Сейчас ситуация непростая. Не все пациенты смогли победить коварный вирус. У нас есть человеческие потери. Мы не должны забывать об этом. Дорогие земляки. Смягчение карантина не повод расслабляться. Мы снимаем ограничения, но не снимаем ответственность. Нам всем по-прежнему нужно думать о личной безопасности, уважать окружающих нас людей. Впереди нас ждут праздничные дни, наш главный праздник, День независимости. Не за горой Новый год. Я очень прошу всех и каждого отметить декабрьские праздники в узком семейном кругу. Благополучие вашей семьи, детей и родственников важнее всего. Спасибо за внимание.